задавайте вопрос, включайте микрофончики, либо пишите в чате. И добрый вечер. Вопрос ответим. Да, здравствуйте. Виталий, скажи, пожалуйста, по поводу бинара, у нас будут переливы? Ну, переливы в бинаре всегда есть, да, конечно. Смысл во всех бинарах, он одинаковый, это действительно единая командная работа, когда каждый помогает, соответственно, каждому, и в этом участвует также и компания, и лидеры. Да, спилловер есть, как бы все. Просто все я хотела уточнить, ты сказал, что приглашаем два человека, независимо, куда мы их поставим, или мы их поставим вправо и влево, или мы их поставим на одну сторону. Правильно же я поняла? Для того, чтобы активировать бинарный бонус, нужно обязательно зарегистрировать одного вправо, одного влево. А, все равно нужно вправо-влево. Да. Все поняла. Конечно. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Да, включайте микрофон и задавайте вопросы, если есть. Андрей? Это Виталий. Смотри, пожалуйста, тут партнер некоторые спрашивает. Не стесняется, может, спросить у тебя. Как будет работать страховка? То есть, ты сказал два варианта. То есть, от недвижимости и от страховой компании. То есть, пока еще неизвестно, да, что будет за страховая компания, как это будет вообще происходиться, то есть, чтобы люди, какую страховку, так скажем. Это очень хорошо, потому что вообще в интернете еще никто такое не делал, чтобы партнер мог вложиться и не боясь потерять деньги, то есть, депозит свои. Вот это очень интересно для многих людей. Вот есть такой ответ? Ну, да, понятно, что больше информации как раз будет, конечно, когда это уже будет доступно. А сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями, потому что, ну, по таким видам, так сказать, страхования рисков очень, так сказать, тоже жесткие условия от страховых компаний. Поэтому мы сейчас выбираем лучшие условия. И это будет выглядеть, ну, примерно таким образом, что вы, когда, соответственно, инвестируете средства, оплачиваете любой депозит, вы также дополнительно оплачиваете какой-то процент от вашего депозита и регистрируетесь именно в страховой компании, то есть переходите в страховую компанию, открываете там свой аккаунт, соответственно, там будет возможность как бы как раз зарегистрировать ваш депозит под определенным номером, скорее всего, да, и, соответственно, вы уже как бы получите страховку от этого. С недвижимостью это будет работать по-другому немного, то есть там тоже через платформу, и, соответственно, так, по такому же принципу, то есть часть от депозита от 5 до 10% от вашего депозита, соответственно, будет уходить в фонд недвижимости и, соответственно, то есть там фонд недвижимости тоже будет определенным образом работать и гарантировать как раз не потерю ваших средств. То есть я понимаю, что будет подтверждено бумажками, да, каким-то? Ну, не только бумажками, в смысле, соответственно, различными регистрациями. То есть это все будет подтверждение обязательно, конечно. Да, спасибо, Таль, спасибо. Но мы понимаем, да, то есть на каком рынке все работаем, тут без особых иллюзий нужно, соответственно, отвечать как бы за свои действия. И для нас это, ну, действительно было одним из самых важных моментов, потому что сейчас очень много проектов, которые не успевают открываться, уже закрываются, соответственно, люди свои средства теряют. Таких примеров достаточно много. А у нас цель, соответственно, перейти в закрытый инвестиционный фонд, когда мы соберем определенное сообщество, которое вместе с нами будут дальше двигаться в развитии, да, проектов, и тогда уже, в принципе, Bitcore Capital, он как бы в том формате, который есть сейчас, он завершит свое существование, то есть, но будет более устойчивый, так сказать, фонд за счет как раз своих продуктов, за счет различных программ. Вот, и как бы наша цель как раз именно в том, чтобы быть одним как бы из таких известных фондов, потому что то есть, есть обеспечение всем, да, то есть обеспечение наших цифровых активов в виде продуктов компании, биржей, соответственно, биржи, опять же, недвижимости, то есть множество различных, да. А с другой стороны, соответственно, каждая инвестиция, она будет застрахована и однозначно, то есть все инвесторы в нашей компании, они не должны потерять своих вложенных средств. Но и страхование, соответственно, закрывается в тот момент, как только инвестор либо партнер, то есть ту часть, которую он инвестировал,
он ее уже заработал, в этом случае, то есть страховка закрывается. То есть невозможно будет так, например, да, что вы там заработали уже, а потом, ну, к примеру, что-то негативное там случается с компанией, да, и вы еще требуете страховку. Нет, то есть если вы закрыли свой депозит, то есть на ту сумму, в которую входили, то есть вот эта рисковая сумма, да, в этом случае как бы у вас страховка закрывается. Все, надеюсь. А можно еще вопрос? Да, да, конечно. А, Виталий, скажите, вот вы говорите, что будет подтверждена или страховкой, или недвижимостью. Вот как понять, как это будет подтверждена недвижимостью? Можно тут более подробно? Ну, более подробно. Ну, не технология, а меня интересует, какой именно недвижимостью? А, недвижимостью именно фонда. То есть у нас многие, наверное, да, знают, что мы также разрабатываем очень крупный проект именно тогда по токенизации недвижимости. То есть у нас сейчас также ведутся переговоры, очень, ну, интересуются различные девелоперы нашей платформы. И, соответственно, есть, так сказать, девелоперы, которые готовы войти своим каким-то активом, да, в виде квадратных метров, в виде земли, в виде еще каких-то ресурсов. Вот как раз вот это и будет являться фондом. То есть если мы как компания, как фонд, например, на определенной земле начинаем строить, соответственно, свою определенную недвижимость, это и будет как раз являться как бы подтверждением того, что то есть часть средств, оно как бы сохранено в недвижимости, и это будет, соответственно, являться активом. И на каждую, соответственно, то есть условно там на 10 миллионов зашло средств, на эту же сумму должны быть как раз подтверждены именно активы. То есть либо часть, да, то есть если на эту сумму в недвижимости пока на старте нет, то, соответственно, страхуется в страховой компании. Но собирая как раз вот этот пул, то есть именно возможности, да, то и будет увеличиваться сам этот уставной, так сказать, капитал, который будет покрывать. Извините, тут такой вопрос назрел. Тут получается, что есть три варианта. Можно вклады страховать через страховую, можно через недвижимость, а можно этого всего не делать, чтобы не платить дополнительные проценты. Я правильно понял? Вот, скорее всего, это будет обязательное страхование, потому что как бы мы обязаны, получается, это делать для того, чтобы, так сказать, ну, быть в правовом поле. То есть не можно. Хорошо, но это же страховать свой депозит. Это же будут компании другие. А вот если мы будем говорить про обеспечение токенов недвижимостью, недвижимости может не хватить на обеспечение всех токенов. Не эмиссии токенов. Смотрите, здесь немножко другое. То есть эмиссия токенов, она как бы нацелена на вообще на все продукты, да, то есть это в основном цифровые продукты, технологии, да, то есть в сфере блокчейна и разработки. То есть вот эмиссия как бы токенов BTCC, она завязана на наших продуктах. Вот, и на нашем сообществе, соответственно, на ценности токена в экосистеме. А вот со стороны недвижимости здесь обеспечение именно депозитов и тех средств. Депозитов и стейкинга тоже в том числе или только депозиты? А, не, только депозиты, да. Понятно. Тогда ясно. Там будет, то есть дополнительно разработаны различные программы и, ну, то есть, возможно, там по стейкингу будет тоже что-то. Сейчас хорошо, мы... а чем тогда будет обеспечиваться токен? То есть депозиты будут обеспечиваться недвижимостью, страховаться параллельными компаниями, а токен чем будет обеспечен? Так, ну, я уже ответил на этот вопрос. Ну, то есть самая главная задача обеспечения токена, да, это его ликвидность. То есть, когда продукты будут востребованы на рынке, да, тем самым как бы как раз и обеспечивается токен. То есть физическое подкрепление, оно как бы, ну, здесь не обязательно, да. А если есть подтверждение, что продукт рабочий, что этим продуктом пользуется огромное количество людей по всему миру, соответственно, есть ликвидность, есть подтверждение того, что это токен, ну, действительно востребован.
Понятно. Ну, по принципу, как BNB на бирже Binance или какой-то там другой. За какими токенами стоят действительно реальные продукты, вот по такому же принципу и в нашем случае будет. Ну, это надо очень тогда серьезно развивать экосистему. Потому как... так, на это как бы основной, на это основное, да, делается упор для того, чтобы создать продукты, которые будут воспользоваться и развитие, конечно, экосистемы. Я понял. А примерные сроки, когда мы сможем увидеть вот уже такой значительный результат ну, в этом продвижении? Я имею в виду создание экосистемы. Ну, открытие биржи – это как бы технический момент. А вот такой результат, ну что ли, победы, так сказать, в этом направлении. Вот, когда мы сможем примерно... Довольно-таки долгий, ну как бы однозначно долгий путь. Как бы все, так сказать, большие проекты делаются с каких-то маленьких шагов. И биржа, безусловно, это... один из самых крупных шагов, потом дальше, опять же, биржа недвижимости и фонд недвижимости – это тоже довольно-таки интересное направление, которое очень пользуется спросом, особенно, ну, то есть протестировав, мы это поняли, да, и это тоже очень достойное, так сказать, направление. Также платежная система. Сегодня, ну, то есть все, ну, то есть мы все используем какие-то либо сторонние платежные системы для того, чтобы заводить средства в криптовалюты, выводить обратно себе средства, и на этом на комиссиях зарабатываются огромные, соответственно, доходы. Вот делаем те же самые продукты, и, соответственно, каждый продукт будет со временем влиять на все это развитие. Ну и плюс мы не забываем о том, что будут программы, программа по недвижимости, программа, автомобильная программа за токен за 50%. Сейчас это все разрабатывается. Это все в этом году, да? Все, да, да. То есть постепенно в этом году будет запущена ну, большая часть продуктов. Обменник в том числе, ну, биржа в октябре, а обменник когда примерно? Примерно, ну, примерно, может быть, там месяц разница. А, все, я понял. Хорошо, благодарю. Да, благодарю за ответы. Угу. Так, и... Виталий, у меня вопрос. Запустится биржа. Выставим токены на продажу. Кто будет покупать токены? Это раз. И не постигнет ли судьба ярда? Так, токенов, еще раз скажу, да, токенов на руках не такое большое количество, это первое. Второе, я знаю точно, что очень много партнеров идут на программу стейкинг для того, чтобы увеличить свой капитал. Соответственно, эти токены будут заморожены, и те, кто оставшиеся захочет вывести на биржу, там будет абсолютно небольшое ну, количество. И... при запуске, соответственно, автомобильной программы покупки за токены, то есть это все будет очень-очень быстро выкуплено. Поэтому мы по этому поводу ну, то есть предусмотрели все разные варианты. Вы имеете в виду, что до декабря лично я смогу продать все свои токены? Возможно. Да, да. Хорошо, посмотрим. Спасибо. Да, пожалуйста. Так, давайте вопрос из чата зачитаю. Добрый вечер. Вы писали, что кто не продаст токены, то получит торгового бота на бирже Bitcoin Exchange доходностью до 20% в месяц. Это касается только 50 человек, выбранных рандомным способом. Да, все верно. Это будут 50 человек, которые... соответственно, будут победителями как раз депозитов. Но, возможно, там будут какие-то еще условия. Мы с командой посоветуемся. Вот. И по боту будут специальные условия для всех, наверное, кто участвовал, вернее, для тех, кто покупал токен BTC. Именно покупал вот на, так сказать, на последнем рынке. Не переводил его, а именно покупал. Мы решим, да. Говорили, что страхование будет добровольное. Смотрите, здесь мы отталкиваемся не от своих каких-то желаний и хотелок, а отталкиваемся от законодательного, так сказать, больше права. И здесь будем как раз действовать именно
так сказать, в законодательном поле, потому что мы запускаем продукты, которые все будут под пристальным вниманием, как вы понимаете, криптовалютная биржа, фонд, это все, то есть компании, которые подпадают под определенное регулирование, поэтому здесь как бы не от нас больше зависит, то даже от, так сказать, безопасности инвесторов в первую очередь. Так, если больше вопросов нет. Можно еще один вопрос? Да, давайте. Если не идти на платформу Bitcore Capital, а вывести токены на биржу, можно их там будет реализовать? Еще раз, пожалуйста. Или это обязательно? Если не идти на платформу Capital, а сразу вывести на биржу токены, можно будет их там реализовать? Да, да, можно. Можете на Bitcore Capital не заходить. То есть заходят на Bitcore Capital только партнеры, которые, соответственно, видят в этом для себя дополнительные возможности. А вот с какой цены будет там продаваться наш токен, еще неизвестно. Да, 6,3 известно. Это... А, 6,3. Да. Угу, хорошо, спасибо. Дайте хоть что-то заработать, а то потом предлагайте страховки. Вы можете не заходить, и также повторюсь, Bitcore Capital, вам не нужно будет никакие страховки делать. То есть, соответственно, если у вас есть токены, ждите запуска биржи и выводите токены туда. Виталий, еще один вопрос. Можно по бирже? По бирже. Да, так, давайте. Скажите, а вот торговые пары какие там будут торговаться? Через BTCC или еще через Tether будут торговаться? Ну, да, об этом лучше мы поговорим перед стартом биржи. Вот, и я думаю, там уже будут ребята, соответственно, те, кто будут как раз заниматься этим направлением. И дадут прям все ответы на ваш вопрос. По бирже, соответственно, то есть пока... Я понял. Я спрашиваю просто, если будет только через BTCC, то это увеличит ликвидность, ну, востребованность этого токена. А если через Tether, то она как бы немножко будет хромать. Хорошо. Ну, как бы я с этой точки зрения. Вот. Хорошо, я понял. Благодарю за ответы. Да, да. Добрый день. Вот. Добрый день. Да, смотрите, ноды будут развернуты вообще топ-10 криптовалют. Сначала будут спотовые балансы, и, конечно же, будут пары BTCC, биткоин, Tether, то есть много очень будет на нашем токене. Почему? Потому что торгующие боты, которые мы будем предоставлять с доходностью 20%, даже и выше, они будут работать только на нашей монете. Только. Они будут прицепляться и ликвидировать монете поднимать, потому что когда кто-то покупает софт, он его будет подключать только к нашей паре, к нашей монете и, соответственно, создавать ликвидность. Вот ответ на вопрос. Хорошо? Это мы вернемся к этому еще, проведем отдельный зум, очень-очень хороший, и поговорим по поводу ликвидности токена. Да, благодарю, это уже понятно. Спасибо. Да, спасибо. Так, если вопросов на сегодня нет, тогда мы сегодняшний эфир завершаем.